Что же, ребят, всем привет, с вами снова я, Артём, и это прохождение Kingsfield, в общем-то, да, первой части, непосредственно самой, скажем так, типа того, настоящей, скажем так, первой части. В общем-то, да, это, если что, та самая игра From Software, о которой я говорил, в общем-то, да, эту игру, в общем-то, делала From Software, если что, если кто не знает. И, в общем-то, мы, в общем-то, ее непосредственно, да, будем проходить, ну и, наверное, после нее, соответственно, да, еще Kingsfield 2. Ну, скорее всего, да, после него все-таки Elden Ring, не буду я, скажем, такой графикой мучить, так или иначе, поэтому такие дела. Прохождение у нас будет, в общем, 100%, я так надеюсь на это. Я, в принципе, игрушку 100% вообще никогда не проходил, я даже вообще, в принципе, да, не проходил. Но благо сейчас, конечно, есть в интернете несколько гайдов, по которым я, грубо говоря, да, буду ориентироваться, так или иначе. Поэтому, собственно говоря, я в себе, если честно, уверен в этом плане, потому что прохождение у нас выйдет. Вообще, по поводу игры, что хочу сказать, это одна из самых вообще первых игр, которая выходила на PlayStation 1, в общем, выходила она только, если что, да, на PlayStation 1, и именно непосредственно вот эта первая часть Kingsfield, она выходила только в Японии. И поэтому, соответственно, когда, в общем-то, да, в Японии она выстрелила, она, если что, да, выстрелила в Японии, ну, соответственно, да, там большой довольно был ее тираж, я насколько знаю, соответственно, да, делали вторую часть, и ее уже, грубо говоря, разрабатывали еще в Европе, ну, как сказать, ее уже выпускали, да, непосредственно в Европе и в Америке. И как раз-таки вот из-за этого очень большая, грубо говоря, проблема есть с нумерацией игр, то есть когда мы, в общем, будем с вами проходить, если мы, да, с вами будем проходить Kingsfield 2, то вы там увидите, что там, по сути своей, будет надпись Kingsfield просто, то есть никакой там двойки абсолютно не будет. А почему, опять же, да, потому что, в общем, как я говорю, эта игра именно вот эта, да, собственно говоря, вот этот самый первый, да, Kingsfield, он выходил только в Японии, и, соответственно, в Америке, и, соответственно, в Европе, соответственно, вторую часть перевели как Kingsfield 1, по сути своей. Вот, соответственно, да, третью часть ее перевели как вторую, и, в общем-то, соответственно, вот с четвертую часть, кстати, перевели правильно. Почему? Потому что выходил еще Shadow Tower между, соответственно, по-моему, соответственно, Kingsfield третьим, как бы, который по факту, да, своих Kingsfield 3, соответственно, Kingsfield 4, вот, выходила Shadow Tower, которая, на самом деле, очень похожа, если честно, да, на Kingsfield, именно по интерфейсу, по, грубо говоря, своей задумке, так или иначе. Вот, и, соответственно, она же, ее тоже, в общем, да, естественно, выпускали у нас From Software, и, в общем-то, вот, ее как раз-таки окрестили в Европе, в Америке, как Kingsfield 3, по сути своей, хотя, по сути своей, это вообще абсолютно другая игра, как вы понимаете, то есть абсолютно другая серия игр, так или иначе. Вот, поэтому такие дела. Вот, соответственно, погнали, будем с вами, в общем, проходить, я думаю, потихоньку, аккуратненько, все, соответственно, тут изучая, все, соответственно, тут смотря. Так, тут у нас, по-моему, все пустые бочки, кроме вот, по-моему, вот той вот, которая у нас вот эта вот, да? Да, Medical Herb, это у нас эти лечилки местные. Так, ну это, наверное, тоже пустая, да. А, вообще, по поводу боевки здесь, здесь вам, я думаю, мало чем, в принципе, опыт соусов поможет, так или иначе. Потому что боевка здесь как бы слегка другая. И смотрите, у нас есть магия, то есть вот это вот MP, видите, да, то есть это mana point, соответственно. И еще есть просто атака мечом. В общем-то, то есть, соответственно, да, атака мечом, она у нас на треугольник, если что. Ну, как бы в моем случае это Y, потому что у меня геймпад от бокса, грубо говоря. А, вот, соответственно, на эта самая магия, она у нас, соответственно, на квадратик, если, соответственно, брать PS геймпад, и, соответственно, на X, если брать, соответственно, Xbox геймпад. Вот, но магию я вам советую так просто сейчас не использовать, потому что все-таки она у нас пока не восстанавливается. Как, в общем-то, сделал так, чтобы она у нас восстанавливалась? Мы, наверное, к концу, в общем-то, этого уровня с вами сделаем. Я вам там, в общем, покажу один секрет. Вообще, да, всего в игре, если что, то 5 уровней, грубо говоря. Всего здесь, в общем-то, если что, один босс вообще во всей игре. Соответственно, он в последнем этаже 5 уровня сидит. И вообще, именно уровни, они этажами, грубо говоря, да, называются. Так, nothing important, окей. Так, как здесь, вот, в общем-то, да, как здесь смотреть эти скрытые стеночки? То есть мы вот так вот именно идем, грубо говоря, да, рядом со стеной. Так, слегка так этим под уголочком, по-моему, то есть вот так вот. И вот здесь вот, видите, то есть, да, мы здесь, в общем, проходим. Здесь, то есть, если ее, да, непосредственно активировать, написано, да, hidden door. Вот, но как бы она и без тыкания, как понимаете, открывается. То есть просто в нее, блин. Скелет ударил, зараза. Везда сколько здоровья снял сразу. Так, давай тогда Magic Herb.
В общем-то, то есть он и так уже, да, через них, как видите, проходит. Вот, и, собственно говоря, да, боевка, по боевке. Я думаю, что вот этого скелета мы с вами будем валить непосредственно с помощью магии. Вот, то есть... Самое главное, что вы понимали, да, я его именно первым ударом непосредственно, да, магии своей я его сталю. Вот, и, соответственно, удар меча я его, грубо говоря, бью. То есть, ну, соответственно, да, магией я его, естественно, тоже бью, но это его, грубо говоря, в такой, в микростан, типа того, вводит изначальный. А, и это, грубо говоря, дает мне, как бы, шанс непосредственно его ударить. Здесь, в общем, враги, да, здесь враги вас не могут бить, пока вы бьете их. Это, в общем, надо учитывать. А, и, соответственно, еще главное следить, чтобы вот у вас пауэр был на максимум при, соответственно, ударе. Потому что так, естественно, больше урона вы бьете. А по поводу того, то, что вы видели, да, я там подобрал этот самый Small Shield. Вот, по поводу того, как здесь смотреть вещи. Нажимаем на крестик, соответственно, да, если у вас PS геймпад, соответственно, а если у вас Xbox геймпад. А здесь вот, в общем-то, есть у нас equipment, да. Вот заходим сюда, и здесь у нас в щитах есть вот весь, да, Small Shield. А, как видите, в общем, да, здесь очень написано то, что это просто у нас Small Shield, соответственно, да, что у нас его, в общем-то, только одна штука есть. Вот, как его характеристики вообще смотреть? Это заходим вот сюда, в статус. Здесь, видите, да, по Defense у меня Splash, Shop, Chop и Step, у меня по нулям все. Вот, но если мы именно его экипируем, то есть, соответственно, да, вот этот вот Small Shield, вот мы его, да, экипируем, а у нас, соответственно, статус поменяется. То есть у нас весь, да, слэш стал 2. То есть, и вот так вот здесь, по сути, своя каждую вещь надо смотреть, так или иначе. Но, естественно, да, как бы все следующие вещи, которые мы находим, они в основном, грубо говоря, да, лучше, чем, соответственно, те, которые у нас имеются сейчас. Поэтому, в общем, тоже учитывайте, но, грубо говоря, все равно надо все-таки каждую вещь здесь смотреть, каждую вещь здесь надо просматривать, так или иначе. Так вот, у нас еще один Medical Herb. А вот здесь у нас, по-моему, трупик, на нем, по-моему, ничего нет. Да, мертвый просто. Так, еще надо вот гробы тоже, естественно, осматривать. В них очень редко, но тоже порой бывают ништяки всякие. Ну, тут они у нас пустые. Так, вот еще один Medical Herb. Еще, да, надо понимать, что игра выходила, как вы понимаете, да, это одна из самых первых игр на PS1. И... Тогда еще, соответственно, да, во времена PS1, соответственно, да, когда ее только запустили, там еще не было вообще никаких DualShock'ов. А, и это значит, что, соответственно, аналогов их тоже не было. И поэтому как раз-таки здесь вот непосредственно камеры вертеть вверх и вниз, это на курки делается. То есть на L2, R2, если что, если у вас геймпад от PS-ки, и, соответственно, на, соответственно, правый и левый триггер, если у вас геймпад от бокса. А также, как здесь влево-вправо ходить, это делается на L1 и R1. То есть, соответственно, R1 — это вот я иду вправо, L1 — это я иду, соответственно, влево. По-моему, да, R1 вправо, L1 влево. То есть, опять же, да, если что, это без именно... То есть тогда, чтобы вы понимали, был геймпад у вас только тупо со стрелочками. То есть, без именно что аналогов, чтобы вы понимали. Поэтому, в общем, как-то... Так, вот у нас еще один Medical Herb. Окей, Gravestone. Так, и здесь у нас, кстати, есть фонтан. Фонтан, его нам надо вообще активировать в идеале под конец прохождения этого этажа. Вот фонтан у нас... Так, а где у нас фонтан? По-моему, же он у нас здесь где-то должен был быть. Интересно. Реально интересно, а где у нас фонтан-то? Просто или он тоже закрыт, может, секретной стеной вот здесь вот? Да вроде нет. Интересно. Очень это интересно. Так, в общем, сейчас мы идем здесь к... персонажам, скажем так. Это вообще игра, она, соответственно, да, прародитель, так или иначе, вообще именно Souls-серии, как вы понимаете. То есть, вообще, вот все, что, как бы, грубо говоря, да, думаю, что придумал Миядзаки, по факту, это уже очень многие моменты, они уже были непосредственно в этой игре, так или иначе.
Так, что, Royal... Королевские бараки. Королевская стража и... Darius Knight Division, Commander Hauser Forest. Так, здесь у нас что-то типа этого неутомимого воина. Ну, этого самого унылого воина, который, помните, да, у нас в этом храме огня сидит. Я, наверное, в общем, буду переводить так или иначе это все. Поэтому, в общем, читайте, если что, перевод мой. Так, еще один Medical Herb. Так, тут ничего, окей. Так, и вот так у нас, кстати, выглядит сохранение, если что, в этой игре. То есть это вот такие вот именно кресты, на которых мы, соответственно, сохраняемся с вами. Вот что, в общем, здесь сейчас хочу, например, сохраниться. Давайте что и сделаем, в принципе. Так, и здесь у нас еще есть торговец. То есть это, в общем-то, торговец, да, соответственно, на котором можно много чего продать, можно будет много чего у него закупать. Так, сундук у нас закрытый. Опять же, в общем, я это, если что, все вам переведу. Так, покупать мне, в общем, много чего можно, но, как видите, у меня пока очень мало денег. Так или иначе, да, на это все. Поэтому пока что, в принципе, все это только посмотреть можем. Так, еще, естественно, мы можем все продавать, но это тоже. Все это нам пока что надо. Очень сильно. Поэтому, в принципе, без этого разберемся, я думаю. Ну а так, что, здесь просто пока что, да, если что, у нас карты нет, чтобы вы понимали. Поэтому мы пока что с вами, в общем, без карты. Вот, но когда у нас появится карта, там уже чуть попроще, на самом деле, будет. Появится она у нас непосредственно в конце прохождения вот этого этажа. Ух ты, как я его быстро-то завалил, а. Здесь вообще главная тактика с врагами, это вот именно вот так вот делать. То есть подходить к ним, бить... И, соответственно, сразу отходить. Потому что, как я говорил, то во время замаха они нас ударить не могут. Вот. И, соответственно, ждать, не знаю, там какой-то или от них реакции. То есть, вот, например, паука я довольно быстро, да, завалил. Так, вот здесь у нас деревья. Деревья такие уже посерьезнее, на самом деле, противники. То есть я, соответственно, бью и сразу после этого подхожу, как видите. Ой, дерево меня ударить не успевает. Соответственно, да, после именно того, как он ударит. Ага, левел подняли, отлично. Так. Так, погоди, там у нас что, скорпион какой-то или что? Так, Bloodstone. Вот, отлично, отличную штуку на самом деле нашли. Эта штука, она в принципе годится только на продажу, но, грубо говоря, нам тут надо все-таки подкопить, так или иначе, да, монеток. Поэтому это хорошо, да, что мы ее нашли. Так, скорпиончиков сейчас мы... Вот, я вам советую здесь бить именно на опережение, желательно. Потому что, на самом деле, враги здесь довольно много снимают. Так, тихо, скорпиончик. Он тоже, конечно, на опережение очень сильно бьет. Ага. Так, с врагов, да, у нас обычно падает золото. Поэтому мы сейчас тоже не стесняемся особо сильно подбирать. Я, в принципе, довольно хорошо играю в эту игру, потому что я тут так это более-менее, на самом деле, с боевкой это освоился. Поэтому, соответственно, она мне особо сильно проблем не вызывает, как бы, с ней. Так, два золота еще. Ой-ой. Так, блин, вот, господи, неудобно.
Так, опять левел, отлично, еще антидот подобрал. Так, ну, с одним, на самом деле, это проще будет гораздо справиться. То есть главное тут не торопиться особо сильно с врагами. И все будет круто. В принципе, игра, на самом деле, не такая сложная, как может на первый взгляд показаться. Так, здесь у нас, по-моему, секретка есть одна. Так, вот Medical Herb. Или нет, погоди, нет, здесь у нас нет секретки, да? Да, сейчас на всякий случай еще пробежимся по стеночке. Нет, по-моему, не здесь. Да, не здесь. Ясно. Так, еще, кстати, да, враги здесь, если что, восстанавливаются со временем. Поэтому это тоже, в общем, надо иметь в виду. Так или иначе. Так, вот туда вот я, по-моему, ходил, да? Здесь у нас этот самый скелетик, да, лежит? Ага. С Бладстоуном, кстати. Вот, то есть, видите, да, Скорпион у нас, например, восстановился вот этот вот. Но я думаю, мы его сейчас валить не будем. Опять. Еще раз. Так, и здесь у нас тоже... естественно, есть всякие, не знаю, там заманухи именно в стиле Souls. То есть там, не знаю, там поставят там три врага. Как, например, вот сейчас будет в одном месте здесь. Поставят, короче, три врага, и у них, по сути своей, ничего нет. Так, вот это, кстати, один из самых важных предметов, которые здесь надо найти. Так, эту подсказку я, наверное, тоже переведу вам. Вот, потому что эта драконья чашка, она, грубо говоря, открывает нам... Ну, грубо говоря, поставив ее кое-куда, у нас откроется непосредственно фонтан. Вот тот самый. То есть мы его активируем таким образом. Так, в принципе, лечилок уже много. Можно, в принципе, я думаю, подхиляться. Но вот здесь вот, по-моему, да, это место. Вот, да, здесь, видите, да, у нас три дерева аж. И там у нас этот самый... трупик лежит. То есть вы думаете сейчас, что там что-то там вообще такое сверхкрутое, если тут аж три дерева, да? А там, я не знаю, там херб какой-нибудь будет максимум. То есть в этом плане, конечно, тоже игра на это так подлавливает. Ага. Главное тоже аккуратненько, то есть особо не спешим никуда. Главное, что я в этой игре понял, это главное в ней не спешить. Вот серьезно. Это прям, наверное, одно из самых главных правил. Боевка здесь, в принципе, простая довольно. Ну, хотя, опять же говорю, именно из-за управления может показаться, что очень сложно. Так, ну еще одно дерево. Я уже даже, видите, даже пауэр не жду сейчас. Ой, вот, блин, ударил. Черт, да, лечиться нафиг. Потому что лечиться здесь вообще в идеале, когда у тебя вот понимаешь то, что, не знаю, там один, там два удара, и все, и тебе хана. Вот в такие моменты, конечно, надо лечиться. Так, отлично, армор нашли. Так, что у нас там по эквипменту, да, сейчас глянем. Так, статус, что, 2.0.0. Значит, сейчас одеваем эквипмент наш. Так, 2.0.0, 2.0.0, 4.2, отлично, 4.2.0, то есть это у нас оно лучше стало. Соответственно, да, ее мы одеваем. И вот
вот так вот аккуратненько, соответственно, да, и изучая тут каждую вещь, мы просто с вами проходим. Вот это место, на самом деле, здесь вот три врага. Ой, блин, поезд еще наложил. Ну, это ничего, у нас вот, слава богу, есть вот такие вот именно. Это именно против яда. Ну, или там против там всяких, не знаю, там негативных эффектов, типа там яда. Ой, сильно спешу, на самом деле, блин, пипец. Да, еще один херб. Главное здесь не спешить. Все аккуратненько делать. И все будет довольно круто. Так, вот здесь, по-моему, да, у нас лежит трупик. Здесь нас, да, видели, да, три аж скорпиона, и он пустой. То есть вот такими вот именно заманухами, в принципе, да, как в серии Souls. Эта игра, конечно, тоже, скажем так, славится, типа того. Так, здесь у нас, да, это вот место с чашей. Ух ты, сила. Здесь, кстати, да, по поводу того, как здесь именно происходит прокачка, здесь, по сути своей, то, чем вы пользуетесь, то у вас и прокачивается. То есть, пользуетесь магией, у вас прокачивается магия. Пользуетесь мечом, у вас, соответственно, прокачивается сила. То есть, вот, соответственно, да, я убил сейчас врага именно с меча, поэтому у меня прокачалась сила непосредственно. То есть, это, соответственно, да, это физическая атака, типа того. А здесь очень важно, на самом деле, все запоминать, в принципе, по игре. То есть, да, как бы что где вообще лежит, потому что, по сути, все очень сильно одинаковое. Все очень сильно одинаковое, похожее друг на дружку. Поэтому здесь, на самом деле, заблудиться, это прям вообще как нефиг нафиг просто. Так, вот сейчас я, например, сейчас куда иду? Да, сейчас это смотреть. Вот, сюда, вот здесь меня еще не было, да. Здесь меня еще не было, потому что тут херб у нас остался. По врагам здесь ориентироваться это вообще не вариант, потому что враги, если что, здесь восстанавливаются. То есть они, как я говорю, да, восстанавливаются со временем, если что. Поэтому вот именно по врагам здесь ориентироваться это вообще не вариант. Так, антидот. Вот, но в отличие, на самом деле, от DS, от того же самого, мне эта игра даже больше нравится в какой-то степени. В том смысле то, что здесь именно ты попадаешь, грубо говоря, да, в те же самые ловушки. Но, как бы, ты всегда, грубо говоря, к ней готов, так или иначе. То есть, тут именно помереть можно от того, что, не знаю, ты, не знаю, там, слишком поспешил когда-то. Не знаю, там, куда-то пошел, куда не надо было, не знаю, там, не заметил именно ловушку. Хотя, по сути своей, есть вот всегда, реально, ты всегда здесь ловушки, так или иначе, всегда видишь. То есть, ты тут, не знаю, не умрешь от того, что, не знаю, там, в тебя там какой-нибудь там камень, типа, то, да, прилетел, как в DS-е. Вот здесь, то есть, это все это видно. Все это, в принципе, можно избежать. Главное здесь, как я говорю, да, не спешить. Все очень аккуратненько делать. Так, вот еще один херб. Окей. Так, а здесь у нас чего? А здесь у нас, по-моему, выход, да? Стой, погоди. Да, здесь у нас, по-моему, выход. В общем, вот первое подземелье мы с вами, в общем, зачистили. Так, вот здесь, да, у нас открылась вот эта штука. Это, возможно, кстати, за то, что я вот тут эту драконью чашку нашел. Так, и вот этот вот фонтан, он у нас, на самом деле, заработает к концу прохождения этого этажа. Так, что у нас там по деньгам? 381, да? Можешь, конечно, попробовать этот самый Бладстоун продать и купить этот самый меч получше чуть-чуть.
Да, сейчас, наверное, что и сделать, попробуем. Мы еще Бладстоуна, в принципе, с тобой найдем. Мы еще с тобой тут денег, на самом деле, дофига поубиваем. Так, сколько он там у нас стоит? Может, мы и без этого... Так, да, дороговато. Хотя это нам не поможет, смотри. То есть у нас 381. Или стоп, погоди. 631, а он стоит сколько? Он 640, да. Чуть-чуть прям не хватает, ты гляди. Чуть-чуть не хватает. Ну ладно, ладно, погнали тогда. В принципе, с нашей ковырялкой, так или иначе. Ну надо будет за ним сюда, естественно, еще вернуться. Мне кажется, это очень хорошая идея. Фонтан, да, фонтан нам надо активировать, потому что это, по сути своей, наш единственный способ восстановить ману, так или иначе. Вот, а с маной здесь, на самом деле, все гораздо проще проходится. Может, мы его, конечно, с врага выбьем, так или иначе, этот вот меч. Я вот, знаешь, что так думаю. Здесь у нас, да, появился новый враг. То есть это вот такие вот мумии. О, да, отлично, выбили. Давай тогда сейчас смотрим статус опять. Да, да, у нас 2-1-1. То есть это мы непосредственно атаку смотрим, вот, а по броне мы смотрим непосредственно defense. Вот, то есть, видите, да, тут как бы на два разделено, вот именно справа, атака и защита. Вот, соответственно, когда мы меняем оружие, мы, соответственно, смотрим атаку. Вот, когда мы меняем броню, мы смотрим непосредственно defense. Так, что там было у нас, значит, этот, давай сейчас поменяем обратно. Вот, 2-1-1. Так, 2-1-1, 2-1-1. 3-2-1. То есть, как бы, соответственно, вот этот вот он лучше. Наш этот вот Night Sword. Вот, ну и на самом деле он реально лучше, потому что у него этот самый... Там этот у нас был Short Sword, то есть он как бы короткий, типа, считается. Вот, здесь у нас, да, если что, вот переход на следующий этаж. То есть здесь, в принципе, так вот можно пройти мимо вот этих стрел. Но на самом деле мы с вами чуть по-другому сделаем и непосредственно эти стрелы с вами отключим. Вот, поэтому такие вот дела. Так, здесь у нас еще тоже, в общем, народ. Давайте сейчас мы тут со всеми тоже поговорим. Так, в общем, опять у нас будет перевод, если что, всего того, что он сказал. Так, это, по-моему, пустой, да? Да, пустой. Надо вообще здесь все просматривать желательно, потому что фиг его знает... Так, да господи, по-моему, здесь под кроватью на самом деле тоже пусто все. Да, nothing important. Хотя именно под кроватью, давай сейчас посмотрим. Я, по-моему, под этой, под табуреткой смотрел уже, да? Да, ничего нет. Окей. Так, и здесь у нас есть такой, типа, священник, скажем так. Давай сейчас каждую лавочку вообще сейчас посмотрим, вдруг тут... Еще кто-нибудь под ней заныкал. Я сейчас не удивлюсь. Так, ничего, ничего. Так, и под тобою. Под тобой тоже ничего. Так, ну давай тогда с тобой поговорим. Вот, в общем, да, он рассказывает про его этот золотой крест. Вот, мы его должны непосредственно, да, найти, и он нам тогда даст ключик, который нам непосредственно нужен на этом этаже, чтобы, соответственно, все тут, ну, как бы все, то есть у нас еще много, естественно, да, ключей будет, мы, естественно, не все сразу с вами откроем, вот, но очень много чего мы тут сейчас с вами, в общем, так или иначе откроем, именно, да, за первый заход, скажем так. Так, идем сейчас, в общем, вот сюда вот. Здесь у нас уже змеи, как видите. Вот, уже змеи нам на самом деле не помеха.
Ага. Так, сейчас, наверное, цветок в первую очередь завалим. Уже с двух ударов валится. Чуть-чуть, конечно, урон получил, но ведь, да, она очень мало сняла. Так, Light Family Grave. Сейчас же надо эти гробы все посмотреть обязательно. Сейчас со змеями разберемся в первую очередь. Вот и так вот мы аккуратненько, то есть каждого врага вот так вот тыкаем потихоньку. Если, по-моему, на самом деле на одном этом надгробии что-то будет. Так, грейвстоун и... Да, бладстоун, отлично. Вот на этих гробах, по-моему, вообще ничего нету, на самом деле. Но я на всякий случай все равно проверю. Так, это этот Light Family, да? Да, Light Family. Так, еще грейвстоун и... Да, пустой. Так, и сейчас, соответственно, опять пойдем, давай, наверное... Все по часовой стрелке изучать, то есть, соответственно, справа налево. То есть, вот у нас, соответственно, вот здесь есть проходик. Вот сейчас мы туда-сюда и пойдем. Эх, попался. Ну, в принципе, это не страшно. У нас лечилок вообще полно. Ну, конечно, вот так вот прям в наглую получать урон... Как-то тоже, если честно, такое себе решение. Так, здесь у нас что? Здесь у нас дерево. Здесь у нас еще есть проход вот сюда вот. Я, наверное, предпочту все-таки сюда в первую очередь загонять. Так, вот еще левел повысили. Так, в гробах что? В гробах, мне кажется, ничего нету. Так, да, грейвстоуны. Так, и пробуем сейчас вот эту дверь открыть. Да, это у нас шорткат. Отлично. Я думаю, хиляться сейчас пока что не будем, на самом деле. У нас, конечно, хоть и хилок много, так. Тут у нас мертвый. Ух, уже цветки с одной тычки падают. Вот такие вот ямы, на самом деле, они урон наносят. То есть вот если видеть, что в яме какие-то камни, ну и, соответственно, да, если там этот самый яд какой-нибудь, то это там уже вы понимаете, да, что он так или иначе, естественно, урон вам несет. Вот здесь у нас, да, еще вот одна секретная стеночка. Вот видите, то есть, да, я там прошелся, чуть-чуть задел, и меня сразу покоцало. Так, здесь, по-моему, закрыто, да. Давай херб используем, все равно дофига уже. Так, здесь, по-моему, тоже, да. Заперто. Уже с одного удара цветочки падают, отлично. Так, и сейчас давай, наверное, опять. То есть мы сейчас идем вот сюда вот. Уже всех вообще валим, смотри как. Так, здесь, да, здесь вот у нас еще один товарищ. Лежит этот вот шахтер, типа того. Так, have you seen... видел ли ты молодую персону? Которая выглядит так же, как я, и шляется где-то здесь. По факту это мой сын. But we had an... Короче, я это все переведу вам, так или иначе. Вот как-то сейчас не особо сильно у меня соображалка соображает. Скорпион даже уже с двух тычек вальса. Вот, еще, да, здесь будет один такой предмет, как
зеркало правды, типа того. Вот, и это зеркало, оно, собственно говоря, показывает нам, грубо говоря, какой персонаж, как бы, да, кем является, так или иначе. Вот, и показывает, кстати, тактики на некоторых врагов тоже. Вот, это зеркало мы, соответственно, раздобудем с вами на втором этаже. На втором же этаже его, кстати, можно будет отдать, но еще в игре, на самом деле, два таких зеркала. То есть можно, в принципе, одно отдать, вот, соответственно, ходить со вторым, но мы пока что одно, соответственно, досье заимеем, вот, именем посредством всех персов прочекаем. Вот уже он скелеты даже не проблемные совсем для нас. С двух тычек, да. Вообще, no problem. Так, грейвстоун. Так, еще один грейвстоун. Так, и скелетик. Надо, кстати, сколько же? 722. Так, здесь у нас, да, здесь у нас опять же эти ямки с приколом. Так, еще левел подняли. Вот я буду стараться вообще всех тут убивать, так или иначе. Так, вот открытый сундук. Еще один Night Sword. Отлично, на продажу пойдет, значит. Мне кажется, мы здесь найдем, в принципе, да, себе столько этих самых бладстоунов, чтобы, соответственно, да, не фармить. Вот, например, да, вот один из них у нас здесь как раз. Ага. Конечно, да, он меня покоцал. Но ничего страшного. Я говорю, здесь главное именно стараться избегать. То есть, как бы, если что-нибудь там, не знаю, там случайно влетит, то это не страшно особо сильно. Так, грейвстоун. Грейвстоун, и дай-ка угадаю, грейвстоун, да? Конечно. Три пустые могилки. Угу. Так, 4 золота. Что, скелетон просто, да? А, нет, еще один бладстоун, отлично. Вот, поэтому я говорю, здесь надо вообще все абсолютно вообще всегда прокликивать, так или иначе. Потому что пропустить тут реально что-то очень просто. Потому что, в принципе, вообще, да, как видите, все тут одинаковое абсолютно. И поэтому здесь вообще лучше локации, в принципе, запоминать. Так, сейчас прочекаем гробы. Вот это, кстати, одно из мест для фарма денег. Потому что здесь вот эти пауки, они, по сути, вылезают вообще бесконечно. То есть вот здесь у них есть такая вот нора, типа того. И они из нее просто ползут, банально, бесконечно, опять же говорю. То есть здесь вот очень реально хорошее место, чтобы непосредственно фармить деньги. Так, тут закрыто, да. Вот, кстати, вот от этой дверки, да, нам нужен ключик. Потому что за ней у нас как раз-таки это деактивируется та ловушка, которая, да, у нас на второй этаж ведет. Вот через ловушку бегать, как вы понимаете, вообще каждый раз это вообще не вариант. Тогда, наверное, на скелет, в принципе, забьем. Вот, а вот этого, наверное, завалим. Уже скелет у нас с двух тычек отлетают. Ну, уже вот весь здесь, да, уже, конечно, гораздо проще, чем изначально было, чем когда нас там вообще скелет просто унижал даже. С двух тычек он нас нести мог. Вот у нас еще сила повысилась.
Ага. Так, здесь еще, по-моему, два скелета. Ой-ой. Он уже, конечно, гораздо у нас меньше снимает, как видите. Так, голда. Отлично. Так, сейчас, в общем, здесь у нас была, да, по-моему, развилка. Да, сейчас тут тогда исследуем. Так, вот тут зомби. Ну, этот мумия. Ях, не попал. Ага. Херб. Так, ты, по-моему, закрытый, а вот ты, по-моему, открытый у нас. Да, еще один Bloodstone, отлично. Так, давай. Лечилку используем. Угу. Так, тут у нас трупик, тут у нас Broken Sword. И где-то здесь у нас, по-моему, еще должна быть карта. Карта, да. Карта у нас вот здесь, вот отлично. Нашел вроде место. С картой, конечно, будет гораздо все проще. Ну, как сказать, не гораздо, конечно, но чуть-чуть попроще. По крайней мере, ориентироваться сможем так или иначе. Так, вот, Keeper's Map, отлично, здесь у нас еще сейф, как видите. В общем, открываем карту, и, в общем, да, как видите, здесь у нас, в общем, такая вот карта. Ну, по сути, вот эту вот нижнюю, да, я сейчас тебе покажу, вот эту вот нижнюю всю штуку мы с вами уже посмотрели. То есть, как бы вот это, да, где у нас... Вообще, мы вот именно начинали, грубо говоря, с правого, с левого, в смысле, нижнего края. Вот, и, соответственно, вот это вот все вот нижнее подземелье мы с вами, грубо говоря, уже прошли. То есть нам уже вообще туда как бы идти не надо. Вот, соответственно, нам куда сейчас надо? Нам сейчас надо идти на, получается, по... право, этот, на восток, соответственно. И, в общем, там у нас все, грубо говоря, незавершенная тема. То есть вот у нас осталось вот это вот с тремя, типа, вот этими клапанами, такая вот местность, да, дальше вот, в общем, которая у нас идет вот именно правее чуть. Если что, это, наверное, на карте даже буду отмечать вам, чтобы вы понимали. А, вот, и, соответственно, вот эта вся вот эта правая, грубо говоря, верхняя часть карты. То есть вот ее нам надо исследовать еще, и все. И, в принципе, все мы, в общем, здесь посмотрели так или иначе на первом этаже. Вот, с картой. На карте, да, если что, у нас не показываются эти самые все секретные стены пока что. То есть мы потом еще в будущем найдем еще одну карту. Вот на ней уже будет все это показываться. Вот, но пока у нас карта как бы такая. Такая себе, скажем так. В плане именно обозначений. Ну, по крайней мере, хоть что-то на ней таки есть. Это уже, на самом деле, очень сильно радует. Ага, левел подняли. Вот, я вообще что вам советую делать? Я вам советую, наверное, вообще записывать. Ну, как сказать, это фотографировать карту. И, не знаю, там в пейнте в том же самом отмечать, наверное, какие у вас там, не знаю, там секретные стены, типа того, есть, что там, где там какой ключ нужен. Чтобы просто банально все это не забыть, чтобы у вас на это все время, грубо говоря, не тратилось, так или иначе. Так, здесь у нас вот этот шахтер. Это я, по-моему, знаю, да. Сейчас посмотрим, конечно, чтобы убедиться. Да, это мы уже вот здесь вот. То есть везде вот это у нас ответвление. Так, это слегка наверх и, соответственно, на... Это, направо. Вот сейчас, наверное, вот этот вот тупичок мы исследуем тоже. Посмотрим, может, что-нибудь у нас тут вкусное есть. Хотя, смотри, здесь вот тоже у нас... секретная зона получается какая-то. То есть ее у нас на, это, на карте, если что, нету.
Здесь, да, здесь вот, кстати, по-моему, это место для того, чтобы эту чашу поставить драконию. То есть вот дальше у нас, по-моему, как раз-таки оно. Да, сейчас, наверное, туда как раз пойдем, потому что почему бы нет. Сейчас давай-ка тут почитаем. Так, Dragon Temple, отлично. Сюда нам как раз и надо. Так, вот здесь вот, да. Здесь вот, да, ставится вот эта чаша. Как раз вот эта наша драконья. И у нас активируется фонтан. Тот самый, который у нас в начале был. И вот весь, да. Слышали, да? Вода так полилась. То есть это, да, это значит, что у нас открылось. Ну, в смысле, этот фонтан там у нас заработал в начале. Вот, в принципе, сейчас можем, конечно, туда сгонять. Подхиляться. Но я думаю, я этого делать не буду. Мы сейчас все-таки тут сначала все изучим до конца. И потом, наверное, пойдем туда уже подхиляемся. Так, здесь вот у нас тоже место. По-моему, здесь у нас этот Бладстоун лежит. Еще один. Очередной. Да, рековри и Бладстоун. Отлично. Так, и еще травы дофига. Так, ну здесь у нас, да, здесь у нас вот не показывается, да, как видите, наше место на карте. Но здесь, в общем, такое вот у нас ответвление слегка. То есть мы, чтобы понимали на карте, то где мы находимся, это такой вот красный, соответственно, крестик, типа того. Вот, соответственно, поэтому и ориентируйтесь. Так, еще можно, конечно, вот сюда сходить. Тоже здесь, по-моему, такое что-то секретное. Да, здесь нас вообще нету. Давай пойдем, чё нет. Здесь у нас деревья, да? С паучком. Так, все, минус дерево. И минус паучок. Так, и, по-моему, здесь у нас... Да, Light Family Key. Это, по-моему, ключ от сундуков. То есть он... И многие сундуки здесь можно открыть. Поэтому давай его, в общем, сейчас, наверное, везде применять. Как бы так или иначе, где мы, в общем, с вами, в принципе, были. Так, скорпиошка. Угу. Так, мы сейчас где? Да, мы сейчас здесь, вот сейчас мы пойдем, короче, наверное, до этого, до следующего поворота, получается, да? То есть вот непосредственно, да, вот сюда вот нам надо. Вот сюда и вот сюда вот аж. Вот, все сейчас сундуки попробуем этим ключом пооткрывать, которые у нас были на первом этаже. Вот, потому что, по сути своей, мы как бы очень большую часть этого этажа уже с вами зачистили. Так, вот здесь у нас еще ответвление, да? Офигеть. Здоровое довольно. Ну, справа, по-моему, скорпиончики, да, одни? Так, или погоди, здесь вообще ничего нету. Ну да. Конечно, можно тут по стеночке попробовать пройтись, но... Мне кажется, вряд ли мы тут что-нибудь откроем себе. Такого нового прям. Ну да, ничего нет, просто тупик. Так, ну и остается у нас, собственно говоря, последняя часть. То есть это, соответственно, часть с торговцем, у которого нам надо непосредственно этот вот крест купить. Который потом отдаем священнику. Так, вот, в общем-то, эта последняя часть, она у нас вот здесь вот находится. В принципе, уже, мне кажется, даже можно магию тратить чуть-чуть. Потому что мы сейчас все равно пойдем к фонтану. И сейчас, конечно, можем попробовать еще открыть вот эту дверь. Но, мне кажется, она у нас сейчас не откроется, потому что, опять же, для нее нужен ключ. Да, закрыто. Печаль-беда. Печаль-беда. Так, тут у нас сейчас паучишки будут. Да.
Так, Medical Herb. Ух ты, еще и с этой стороны у нас. Красота какая. Не, на самом деле лечилок мы прям много все тут понасобирали. На следующий этаже нам, значит, явно хватит точно. Ну как, здесь главное на самом деле именно дойти до третьего этажа именно в плане лечилок. Потому что на третьем этаже там, по сути своей, в самом начале почти что лежит довольно крутой предмет, который нам восстанавливает и хп, и ману. И при этом у него на самом деле очень быстро восполняется этот пауэр. То есть как бы я смогу просто, не знаю, там впритык к врагу прижаться, его там просто бить магией и, соответственно, этим мечом. Вот, причем у него еще урон довольно хороший у этой штуки. Это, если что, да, меч. Вот, но он такой магический, типа того. Так, скелет, трупик. Так, еще и левел подняли, отлично. Какой он там у нас, 9-й уже солдат мы. Так, по-моему, Broken Sword. Да, Broken Sword. Есть у нас, по-моему, скелетик, да? Ну да, конечно. Так, вот, по-моему, запертый, да? А, нет, пустой, пустой сундук. Так, и, собственно говоря, идем сейчас к торговцу, к этому самому, которого, в общем, можно купить этот самый крест, чем мы, в общем, сейчас и будем заниматься. Так, и у меня есть некоторые редкие вещи на продажу. Короче, это будет ничего так, если, в общем, ты не захочешь их покупать у меня. Но тебе будет лучше, если ты это сделаешь все-таки. Так, давай, в общем, продаем. Соответственно, вот это. Вообще все свое продаем. Соответственно, да, Bloodstone тоже все. Так, вот, Gold Cross. То есть нам вот эта вот штука нужна. Так, и еще смогу ли я сейчас купить себе... Нет, не смогу. Вот этот вот доспех нам, конечно, круто было бы купить себе. Себе взять, скажем так. Потому что, блин, он довольно крутой. Он реально очень крутой. Ну, в общем, ладно, еще к тебе зайдем, я думаю. Дружище, ты так не унивай. Так, крест мы, короче, купили. Отлично. Сейчас, короче, идем обратно к священнику. Восполняемся и еще раз проходим весь этот этаж уже с двумя ключами. Вот, соответственно, тыкая вообще все сундуки абсолютно у нас на пути. Я думаю, сейчас логичнее всего будет зайти непосредственно сначала к священнику. Вот, а потом уже, соответственно, с ключиком тем тут ходить, в общем, все себе открывать. Ну, я опять же говорю, мы тут, в общем, не все, соответственно, сразу, естественно, сможем открыть. Вот, потому что для того, чтобы открыть вообще все, нам нужен вообще ключ с четвертого этажа аж. Вот, поэтому, как бы, пока что мы тут, естественно, не все сможем открыть. Здесь такой принцип Metroidvania слегка есть в этой игре. То есть, как бы, Metroidvania, соответственно, да, когда ты на старые, уже ранее изученные локации возвращаешься, и что-то там непосредственно ты опять же открываешь. Так, вот еще один херб. Я уже даже думаю, их сейчас не буду использовать, потому что мы сейчас все равно к фонтану пойдем. Так, кстати, да, где мы? Ну, мы уже недалеки, да, от выхода. Да, вот, ну, здесь вот у нас. Сейчас пойдем к священнику. Вот, еще раз, в общем, да, по-моему, в первом подземелье у нас вообще там сундуков не было. Ну, там единственное, что где этот, где торговец был. Был там сундучок один. Вот, ну, по-моему, по-моему, тут все уже просмотрели, что можно было. Ну, торговец, он у нас недалеко, в принципе, от фонтана, опять же, да?
Так, я вижу, ты нашел мой золотой крест. Короче, он нам дает ключик, опять же. Надеюсь, что он нам в будущем очень поможет. Так, ну, в общем, да, вот мы, в общем, от него получили... Сейчас покажу, что мы от него получили. Вот этот ключик. То есть, соответственно, он нам его дал. И сейчас давай, короче, пойдем открывать сундуки. Я думаю, сейчас начнем с первой пещеры. Ну, там у нас вообще есть еще один сундук, но я знаю, что он не открывается. Конечно, можно сейчас попробовать, но... Я знаю, в общем, да, что он не откроется. В самом начале, то есть, помнишь, да, здесь вот у нас он был справа. Вот тут вот, в общем, да, он стоял у нас. Вот, но, по-моему, этот ключ он его не открывает все-таки. Да, ключ не подходит и, соответственно, ключ не подходит. Понятно. Так, сейчас давай, наверное, это залечимся. Сохранимся мы, наверное, здесь сейчас. Вот здесь вот этого воина в комнатушке. Вот, и, соответственно, у нас фонтан. Фонтан у нас, да, как видите, работает. Вот. То есть мы сейчас хиляемся. Соответственно, да, восстанавливаем ману. И идем дальше. Все тут изучать. Сейчас пойдем к торговцу. У него там откроем один сундук. Вот этот, он, по-моему, сейчас мы его можем открыть. Да, он у нас закрытый, но... Да, этот не подходит, но... Да, этот у нас подходит, отлично. Так, recovery и iron mask. И еще один recovery, отлично. Так, давай, короче, сейчас смотрим статус. 4.2.0. То есть, как бы, соответственно, да, маска, она тоже, как понимаете, лучше. Так. Да, я, конечно, не пошел туда. Ну и нафиг, на самом деле. То есть, я как-то не особо хочу сейчас сохраняться. Потому что зачем, но нам надо, правильно? Чем впервые сели в игрушки в эти ваши, да, играть? Конечно же, нет. Мы уже, блин, довольно обучены опытом всяких там Dark Souls'ов, там Demon Souls'ов, да? Так, вот здесь, по-моему, да, тоже это... Стеночка одна есть. Она, по-моему, тоже ключиком у нас открывается. По-моему, вот это. Но мы сейчас это откроем себе сначала до торговца. Короткий путь, опять же. Так, вот здесь вот, да? Да. Вот, и то есть мы попадаем сейчас как раз в то место, где у нас пауки были. То есть, помните, да, вот это вот место, здесь у нас еще змеи. Здесь у нас, в общем, три ловушки. Здесь у нас вот дальше, там, по коридору как раз находится этот торговец, у которого мы этот крест покупали непосредственно. И, собственно говоря, короче, это просто, грубо говоря, до него так или иначе шорткат такой мы открыли. Так, здесь вот это, по-моему, у нас открывается, да? Стеночка, да, это у нас тоже шорткат. Это у нас, в общем, в то место, где секретная стена была, помните, тоже, да, надеюсь. Так, и еще... Нет, погоди, здесь больше нету. Интересно, здесь же больше нету, да? Ой, да, смотри-ка. Ну ладно, пойдем тогда туда. Вот, и сейчас будем вот эту самую ловушку нашу отключать, которая нас на второй этаж ведет. Ну, как бы, которая нас на второй этаж по факту не пропускает, скажем так. Вот, здесь у нас тоже, на самом деле, место открывается ключиком этим. Командер, короче, кладбище этих самых... Кладбище командиров, типа того. Тогда сейчас зарубим тут всех скелетов.
Так, они, конечно, да, мне снимают, но снимают они реально довольно мало. Если что, скелеты. Так. Вот здесь, по-моему, вот этот, да, он у нас был закрытый. А нет, он у нас пустой, это вот этот у нас был закрытый. Точняк. Так, не подходит. И еще один не подходит, да? Да. Отлично, значит, у нас два сундука. Ну, как бы один сундук, да, закрытый. Но мне кажется, я знаю, на самом деле, что в этих сундуках может лежать. Там у нас, скорее всего, лежит эта самая прокачка магии. Мне так почему-то кажется. Потому что вообще, как бы, сундуки, которые у нас открываются ключом с четвертого этажа, там в них в основном всем, во всех магии лежит. Так, тот сундук мы смотрели, он у нас, по-моему, пустой. Вот, и сейчас мы пойдем, соответственно, в место, где у нас деактивируется как раз-таки ловушка на второй этаж. Вот, наверное, соответственно, да, придем обратно. И, соответственно, на этом, в общем, закончим нашу первую часть, такую вводную, типа того. Вот, а нет, погоди, нет, какой мы закончим? У нас еще здесь много чего надо исследовать. В принципе. Так, да, вот тут закрыто. Но у нас есть ключик, поэтому тут у нас открыто. Так, здесь вот тоже, в общем-то, место весь, да? Тут у нас только есть коридор, вот этот, да, и дальше, по сути своей, ничего. Ох, нифига себе, он достал. Вот видите, то есть, да, этот он достает довольно далеко. То есть, в чем его особенная фишка, типа того, то, что он достает довольно далеко, вот этот меч. Так, здесь сейчас, да, тоже проверим на наличие секреток всяких. Ну, здесь уже явно, здесь, да, нам не показывается то, где мы. То есть мы, короче, где-то с вами за картой. Так, здесь у нас еще тоже, да, проход был. Ну, туда, тут такой себе проход. Абсолютно в никуда. Блин, а это какой-то живучий оказался, да? Угу. Может, босс, типа того, тут местный. Такой мини-босс, в смысле. Но это он что-то явно какой-то поживучий был, чем остальные. А, ну, хотя, что я парюсь, да, у меня магия-то, естественно, есть. Да, сейчас тогда с магией с ними разбираться. Он там, кстати, скелет, да, эту секретку спалил. Этот тоже. Блин. Скелеты, они, конечно, зараза быстрые очень. То есть, как видите. Так, ну и все. Так, что вот здесь у нас, да, по-моему, секрет какая-то, да. Здесь у нас, по-моему, этот самый Моргенштерн лежит, да? Ох, еще и силу повысили чуть. Отлично. Да, вот здесь в сундучке у нас лежит Моргенштерн. Я пока, кстати, мечом буду проходить, если что, поэтому Моргенштерн у нас тоже на продажу пойдет. Можешь, в принципе, полечиться даже чуть-чуть. Так, еще там у нас была секретка. Вот, по-моему, в той секретке у нас как раз-таки и находится этот самый выключатель ловушки.
Здесь, кстати, очень часто бывает так, что за секреткой еще одна секретка, чтобы вы понимали, поэтому... То есть, как в этом, как в Блайтауне, помните, да, в первом Дейсе было? Там, типа, была секретка, да, но после нее там еще одна эта секретка была. Эта стена, в смысле, да, секретная. То есть, это тоже помним. Угу. Так, и вот, собственно говоря, кнопка, она у нас деактивирует, если что, ловушку ту, то есть, которая у нас на второй этаж ведет. Поэтому вот такие пироги. Так, ну здесь, по-моему, да, здесь, по-моему, ничего нету. Отлично. Так, опять скелеты, да, там воют. Угу. А, зря ману потратил на самом деле. Лезу под удар очень сильно. Прям очень сильно под удар лезу. Так, ну и, собственно говоря, смотрим. Так, вроде... Ну да, здесь у нас, как видите, да, ничего нету. У нас, кстати, еще сейчас уже это денег много. Можем, кстати, это все-таки пойти, наверное, попробовать тот доспех купить, который я хотел. Соответственно, еще там что-нибудь там ему продадим, наверное. Денег нам, мне кажется, должно хватить точно на то, что я хочу. Пауки. Пауки, ты посмотри. Но он на меня, да, этот паралич, как видите, да, наложил. Поэтому я чуть это не так быстро, короче, двигаюсь, как видите. Но сейчас он скоро довольно спадет. Уже змеи даже с одного удара отлетают. Так, давай тут. Так, да, вот здесь вот у нас, кстати, место. Это еще одно место, если что, для фарма. То есть здесь этих пауков реально, их опять же много. И они, соответственно, здесь просто респавнятся. Ну и вообще, это место как бы недалеко очень до сейва нашего. Так, ну и здесь у нас еще этот один Broken Sword, и, по-моему, все. То есть особо тут, на самом деле, мало чего интересного есть. Непосредственно для нас конкретно сейчас. Так, вот здесь, по-моему, тоже, да, закрыто. Ага. Так, и, собственно говоря, наручи. Наручи мы тут с тобой нашли. И вроде бы на этом все. Вроде бы на этом все. Вроде у нас на этом весь вот этот вот первый этаж, он у нас, по крайней мере, зачистен точно. Зачищен. Сейчас давай, короче, да, это сбегаем до торговца. Еще раз ему все продадим. Наверное, сейчас уж нам точно денег хватит на покупку того, чего я хочу.
наверное, сейчас тоже это поаккуратнее, особо сильно не торопиться все-таки. Если, главное реально здесь, вот в этой игре реально главное не торопиться вообще всегда. То есть здесь очень многое на самом деле именно от этого зависит. То есть в боевке, это, не знаю, там поспешил, там людей насмешил, скажем так. Так, собственно говоря, ты. Сейчас, короче, да, наверное, знаешь, мы как сделаем? Сейчас мы, наверное, посмотрим наш статус. Если у нас все одето. Вот так вот у нас, то есть сколько здесь получается по статусу. Статус 8-2-1, да? Так, 8-2-1. Так, сейчас мы, скорее всего... Так, sell. Так, и все, да. То есть, видишь, да, он, конечно, гораздо лучше, чем даже весь наш вот этот сет брони. Поэтому это хорошо. Ну и, соответственно, покупаем у него, наверное, пока что хербы. Я так понимаю, да, вообще на максимуме закупимся, давай. Наверное, 30 нам точно хватит. Вот, соответственно, да, сейчас идем до фонтана. И, соответственно, там уже до сохранения. И, соответственно, на этом заканчиваем эту серию. Такой у нас первый этаж получился. В общем, полностью мы его, да, зачистили. Ну, по крайней мере, то, что сейчас, по крайней мере, могли, зачистили. Потому что здесь нам, уже говорю, нужен будет ключ уже непосредственно, который мы дальше... Намного причем дальше, да, получим. Поэтому это, в общем-то, имейте в виду. Мы, в принципе, да, так все вообще этажи еще пробежим с вами под финал, я думаю. Когда вот этот ключик у нас будет... И там, когда у нас будет еще, на самом деле, одна штука, которая открывает здесь, по-моему, один из лучших сетов в игре. Вот, когда у нас эти вещи будут, то тогда тут, в общем, еще раз прибежим. Соответственно, все себе соберем. Этот и лучший сет, и все такое. Вот, поэтому сейчас мы, наверное, сначала к фонтанчику сбегаем. Еще, кстати, у этого торговца можно закупиться этими самыми лечилками послабее. Точняк. Да, наверное, сейчас что и сделаем. Сейчас, наверное, да, тогда к торговцу в первую очередь. То есть этими не послабее, а которые еще этот и отравление лечат. То есть у нас скоро будет, на самом деле, такой уровень на втором этаже, потому что нам, в принципе, хербы, они особо сильно не нужны будут. То есть нам уже вот эти будут нужнее... И штучек 10, наверное, да, сейчас купим, или там сколько. Вот, кстати, Dragon Tree Fruit. Вот эта, кстати, штука, она нам позволяет вообще, когда мы помираем, восстанавливаться непосредственно у фонтана. То есть вот у этого фонтана, который, да, у нас на первом этаже, но мы, грубо говоря, при этом ничего не теряем. И, соответственно, да, мы восстанавливаемся в безопасной зоне. Так что, в общем, такие вот дела. В общем, сейчас мы, наверное, идем к фонтанчику, восстанавливаемся, идем сохраняемся, и, в общем, в следующей части уже пойдем на второй этаж с вами. И, в общем, исследовать. Вот, восстановились. И, соответственно, погнали к к сейву, к нашему. Вот еще, кстати, да, при использовании этот драконий фрукт, Dragon Fruit вот этот, да, он восстанавливает нам и ХП, и ману, вообще, то есть на максимум. Вот, поэтому эта вещь, она такая довольно хорошая, как вы понимаете. Так, вот здесь, наверное, да, мы сохранимся. Вот, да, если что, да, сейчас покажу, что мы ловушку это отключили. Но, то есть, видите, да, здесь у нас ничего уже не стреляет. Поэтому такие дела... Так, вот там у нас, да, конечно, этот самый Bloodstone лежит.
Блин, а можно тебя как-нибудь забрать это? Как-то фиговенько его получилось на самом деле забрать. Ладно, да, тогда сейчас его еще пойдем продадим. Еще на него себе накупим лечилок. Надо было вообще сразу взять, конечно, когда этот фонтан деактивировали. Мне кажется, я сейчас успею до фонтана. Давай, наверное, сейчас до фонтана добежим в первую очередь. Мне кажется, я успею сейчас до него добежать. Ну или у меня уже поезд на самом деле спадет. Ну да, спал. То есть, мне кажется, если бы меня так на первом уровне здесь заразили, то я бы уже, на самом деле, именно отклеился бы просто. Вот, но у нас уже уровень, на самом деле, по-моему, 10-й, типа то, или там 11-й даже, да, 10-й. Поэтому, в принципе, у нас все хорошо, как вы понимаете. Просто вот эти Bloodstone, они нужны нам только на продажу, чтобы ты понимал. Поэтому особо сильно их как бы при себе иметь, ну, как бы такое себе. Их лучше, естественно, все сразу продавать. Вообще одним таким большим скопом, знаешь. Да, ну да, и закупаемся вот этими. Семнадцать уже, отлично. Вот, и дальше мы будем только, по сути, своими лечилками закупаться. В основном, соответственно, да, все ему, всю вообще снарягу ему, соответственно, продавать. Но это, опять же говорю, до третьего этажа. То есть, когда мы уже пойдем с вами на третий этаж, вот, там мы реально найдем одну довольно крутую штуку, которую мы уже, естественно, продавать с вами не будем, потому что она очень-очень-очень сильно ценная. Поэтому... Доходим до третьего этажа, берем там, в общем, вот эту штуку, находим. И после этого, в принципе, игра реально гораздо-гораздо проще становится. Так, в общем, ребят, на этом, как вы понимаете, всем на этом до свидания. Всем, ребят, спасибо за просмотр. С вами был я, Артем. Подписывайтесь, ставьте большие пальцы вверх, вступайте в группу ВКонтакте. Рассказывайте о канале друзьям, комментируйте. Все это, как вы знаете, очень сильно помогает каналу развиваться. Так что всем, ребят, большущее за это все спасибо, как обычно. И всем, ребят, на этом до свидания. Всем, ребят, на этом пока.